Решающий поединок. 260 боксеров со всей страны боролись за звание лучшего в своей весовой категории. А жители края держали кулачки за нашего земляка Никиту Петина, который сумел одержать победу над москвичом Эльбрусом Адыгизаловым. Приветствуйте, Никита Петин! Я сделал максимальный прорыв в своем, что я хотел, и победил. Я старался, конечно, тренировался. Каждую тренировку я пахал, откладывал все силы. И, конечно, мечтал, чтобы выиграть первенство России и поехать на первенство Европы. Я сделал это. Из 12 алтайских боксеров до финала дошел только Никита. Болельщики рассказали, что каждую минуту боя переживали за него. Ведь казалось, что соперник из Москвы непобедим. Когда объявляли, кто победит, это было просто непередаваемое ощущение. Никто не был, не поймет этих чувств, когда ты боишься, переживаешь, волнуешься, уже не знаешь, то ли выиграет, то ли нет. И когда объявляют победителя, и когда ты слышишь желаемого победителя. Это не описать словами, да. Участников поздравляли первые лица не только алтайского, но и мирового спорта. Главный гость – чемпион мира по боксу Николай Валуев. Председатель Краевой федерации бокса Армен Танаян рассказывает, что проведение этого события в Барнауле – большая честь для Алтайского края. В принципе, сборная выступила хорошо, наша алтайская. Были три веса, на которых мы рассчитывали. Ну, ребята, чуть-чуть, может быть, не получилось. Ну, получится в следующий раз. То, что Никита стал первым, я очень рад. Ну и тренерский штаб весь, мы, конечно, очень довольны. Семёна! Представитель Рубцовска! Напомним, что победители этого турнира будут представлять Россию на чемпионате Европы по боксу в Париже. Будем надеяться, что удача и там улыбнется нашему спортсмену. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком.